отрегулировали клапана, прочистили все хода. Вот они прострогали. Ну, сделали вроде нормально. Вот, четырехслоечку. Это ту пробила ихнюю старую. Вот это вот более надежная прокладочка. Ну, дорогая, зараза. Вот. Ставим. Сейчас будем цеплять коллектора. Вот. Не пришлось обстукивать колодцы. Отлично. Размер люфта нет. Вот. Для шпонки делаем мы как? Я затачиваю отверточку острая. И вон, видите, два жала. Закерниваю чуть-чуть паз шпоночный, чтобы шпонка потом не выскочила. И слегонца с натягом, с маленьким вот этих двух точек, забиваю шпонку. И она свободно вот одевается, не выскакивая, не подламываясь. Вот. И уже она теперь никуда не денется. Вот, а шпонка на месте. Так, Сережа. Все, тут вот отсюда видно, что втулки новые. Вот, их никак идеально не вычистишь, но это новые стулочки. Все.